нажать. AR. Флор, не судьба. Не судьба. Ты руина не шаришь просто. Что будет пробитие? Что пить? Мне кажется, Андер какую-то хуйню делает, это не лабиринт. Понимаю. Сапон там Макс Лайт появился на Твиче, держу в курсе. Там есть мой способ. Ну да, ствол, я же говорю, конечно, есть. Я жду ствол, я жду. Проверочки от тебя хотя бы. Так, давай, не жмоть. Стал ты что, совсем инвалид? У тебя нет карты? Серьезно, у тебя карты нет? Зачем тебе банкомат идти? Че ты, Хилор? У тебя стоит гуля 12. Привет, Искандер. Серьезно, Уран? Ему нет 18? Лень карту, иди, блядь, сделай, я тебе сейчас, блядь, по жопе дам, нахуй, пермачом ствол. Че, мы протекли? Ой, у нас Андет руинит. Нет, это у них руинит. У нас тоже руинит. Скоро будет руинить. Бать, тут лобстер уже пошел. Пошел лобстер. Ты, кстати, сап можешь построить, если у тебя эти виспы недорогие, можешь небольшой лабиринтик построить, чтобы рассинхрон был от меня с Андедом. Понял? Рассинхрончик. Сон, я это... Вам пармач выдам, если вы не сделаете карточку за месяц. Она вам пригодится еще. Ну это хуёво, хуёво, у нас андет не дефает. Хуёво, что у нас андет не дефает. Надо дефай руину. Не принял? Ну ладно, ствол, ладно, подожду. Но если наебешь, я не знаю, что ты сделаешь ствол. Тупо бан промачь.
У них это... У них Чаус, кстати, таверки имба выпала, кстати. У них имба выпала. Сколько Огра хп? Кто-то знает? Огр протектор, кстати, держу в курсе. И руина протекает. Но мы выиграем, кстати, у нас 26, у них 16 хп. Мне это нравится. Положительная динамика, кстати. А чем протектор от танка отличается, а? Это что за рофлы, а? А, ну все, там это смерть, блять. Undead не успевает дефать. Undead руина. Фокусе. Фокусе крипов. Нормальный лабиринт построй, а не это. Понял, карту. Что у них КД долгое, пиздец, надо, короче, уже апать. Сейчас подождем еще два раунда. Да, окей, кефир, окей, мне не сложно. Если там никаких процентов не будет внутри этих обменных. Так, это я зря сделал немножко, ну ладно. Так делаем. Мать, волки слишком быстро. А зачем мне лабиринт строить? Рассинхрон же. Нахуй мне лабиринт? Еще мы это, мы бы сабом синхронно послали, было бы вообще хорошо. А то я не знаю, когда он что там посылает. Мне кажется, Андет сейчас не будет уже дефать скоро.
Ну, Undead, ну за фокусе бычка там 500 хп, руина, не фокусе, это руками. Это боссина. Тупо хейчу. Вот у них дефаются, у нас Undead не дефает нихуя. Undead, что ты такой слабый, а? Руина. Тупо слабенький. Ебать там это пошло, инкомич, понимаю. Я тупо имбу сделаю. Бать, у меня релеи големы какие-то. Капа. Мир почти оглох, мир почти ослеп. От дыхания блох, от сияния скреп. Конечно, профессионально построил этого дурачка в углу. Как бы мне так построить, чтобы они мимо него ходили? А? Короче, никак. Понял. Понял, что никак. Хуйню сделал. А, понимаю, Найс, тут дырка, блядь. Охуенно. Блин, то что я строю эту таурку, она нихуя не дает, блин, понимаете? Бесполезная. Бать, они стоят, конечно, тонну просто. Бля, не успел. Ну и ладно, хуй с тобой. Вот это зашли мы с входом. Потому что чат на ютубе говно, пацаны. Я не знаю почему. Очевидно же, да? Вам должно быть очевидно. Охрик побежал. Понимаю. О, у них 9 хп осталось, кста. Кста, у них 9 хп осталось. Тогда будет сложно отбить, кста, вот это вот все дерьмо. Да я, кстати, ствол знал про него, просто там у меня там какие-то проблемы были в настройках. Я первый раз, когда пытался его сделать, это еще полгода назад там какая-то хуйня была. А сейчас повнимательно посмотрел, разобрался, держу в курсе. Да. Так что я про него и так знал.
что я провалил, ну ладно. Nice, normal, medium, normal, medium. Понимаю, это прям как я говорю, типа армора. Батя хуйню тупо заслал. Понимаю. Поглядим. Хуйня, блядь, 20 тысяч больше, чем у босса, нахуй. Она и стоит, наверное, дороже, да, она стоит дороже, чем босс, понимаю. Влад, если ты на стриме Руинас, напиши, потому что мы уже вроде как подходим к концу, чтобы знать, ты тут Руина, Сурф будет next или не будет его. Говорит, на полчаса отойду, уже час прошло стрима, понимаю, капа. Мне просто кажется, что нужно пока так сделать. Нужно пока так сделать. Подинкомить немножечко. Ну, Андет, ты апать можешь, нет? Типа ты можешь построить адмиралов вместо башенок. Кристалл Голем, кстати. Что он там бьет? Непонятно. Руина ебучая. ТДшку пустить, ТДшку. Шамрул, ты прошла вообще. Что за сети ТДшку? Ждем еще, короче, волну. Посылаем вот эту хуйню и вот этих, наверное. И, наверное, даже не так. Наверное, даже посылаем вот этих, вот, потом вот это вот. А потом вот это вот уже. Хотя мне, может, денег не хватить. Итема? А что за итема? Ну, закупай руины, я ж тут знаю. Сап там дефается, кстати. Слушайте, мы должны пробить их, по идее. А чё они так жестко дефают-то, а? Лол. Подлежу. Слушай, сап, просвети. Сап, просвети. У тебя это, просветка есть, сап. В Tropical Vault. Не, он походу его дефает. Ну хейчу, хейчу тебе, блять, хаос атаки. Да я ебал ваши хаосы. Напаем уже вот эту штуку скоро. Делать три барака, во, а ну да, да. Какая-то станция есть, големная станция есть.
Почему у тебя инкома нет сопа? Ты шо, руина? Ты шо, руина? Понятно. Ну, слушайте. А чем они отличаются? Чем они отличаются? Мне вот чисто интересно. Ну, не особо они отличаются, на самом деле. Пиздец, тут КД, конечно, большие. Но они и стоят, конечно, по-конски. Предима. Вадимки. Она вроде на рефорже, нет? Или она еще есть? Я не знаю, я вообще ТДшки не люблю, на самом деле, ты же знаешь. Я ж ТДшки эти не люблю. Бать, он тонну стоит дерево, конечно. Я вижу, вижу. Я вижу, вижу. Пиздец, не хватает вообще на них. О! 2, 1. Последний крипчик осталось пройти. Последнему крипчику. Последнему крипчику осталось пройти. Мы знаем этого крипчика. Или даже вот этого. Я их вместе, наверное, пошлю. Кстати, она тоже может не задефать. Ебать, скорб супер быстрый, но он супер быстро отлетает, конечно. Ну слушай, там должно быть ГГ, по идее. Конечно, не эксперт. Должен быть ГГ. Чё, он это? Я знаю, что там боссы. Не знаю, думаешь? Второй алтарь качай. Понимаю, второй алтарь качай. У меня третий уже алтарь. Кого ты? Второй алтарь качай. Руинеры. Я инкомлю руина. У меня инком больше, чем у тебя в два раза почти. Короче, сап, мы это... Прям сейчас надо послать босса, понял? Вот прям сейчас надо послать босса.
Луруина. Так что-то эти боссы убивают слишком быстро. Что-то этот босс нихуя не оправдывает свои средства. Прямо скажем так. У нас вот хуёво. Я не знаю, как эти хаос атаки пробивают. У них 1000 урона хаосом, блять. Пиздец. Что-то подынкамливаем еще немножечко. А, ну это я вижу, это я вижу. Пойдет, короче, у меня вот это и вот это нахуй. Ты главное Вивер не пускай, руины. У Крабосина не фокусит Вивер. Руина на андеде. Блин, Андет, если ты сейчас выебешь, то я не знаю, что с тобой сделаю руину. Потому что мы уже выиграли. А, лол, даже так. Что-то я только послал, мы уже выиграли, понимаю.